Всем привет! Сегодня сделаем краткий обзор на модель Pro 3 и посмотрим, как она печатает. В наборе идет такой кейс карбоново-алюминиевый, довольно-таки жесткий. Инструкция, металлический трафарет. Это не надо. Сам принтер. Аккумулятор. Также в наборе идет стилус, флешка, запасная резинка. Зарядка. Стирающая жидкость. И картридж черного цвета на солевой основе, что позволяет ему печатать на всех поверхностях. Высота 12,7 миллиметров. Итак, приступим. Меняем языки. Все языки, которые доступны на принтере. Выбираем русский. Так, изменить. Здесь вы можете изменять шрифты. Вот все шрифты, которые есть доступные на принтере. Также вы можете через USB флешку загружать собственные шрифты. Жирность. Модель Pro 3 дает нам возможность изменять шрифт, размер шрифта сразу отсюда, на главной панели. То есть, видите, можно увеличивать, уменьшать. Также можно ее регулировать. Я буду использовать свой картридж, которым я уже давно пользуюсь. Новый пока открывать не будем. Тоже идет на солевой основе, цвет черный. Вставляем картридж не так, не вот таким образом, под углом 45 градусов. Она вот так сядет. Далее закрываем защелку. Все. Итак, печатаем. Поверхность пластиковая. Поставили трафарет. Поставили прямо под угол. Вот так я вам покажу. Нажали. Уходит печать. Все, просто проводим. Не сильно не давим, просто плавно проводим направо. Все. Поставили. Нажали. Просто провели. Поставили. Нажали. Провели. Все. Пробуем на вот такой поверхности. Тоже пластиковая поверхность. Отличная печать. Подставили, нажали, провели. Печатает просто отлично. Как сохранить файл? Заходим в файлы. Нажимаем сохранить. Все, файл у нас сохранен. Далее выключаем. Нажимаем красную кнопку. Все. Вытаскиваем картридж. Если вы не печатаете в течение 10-15 минут, то обязательно вытаскивайте картридж, потому что он может высохнуть. Открываем защелку, и картридж сам выходит. Вот такая
У него крышечка специальная. Одеваем, чтоб картридж не высох. Модель Pro 3 отлично себя показала. Четкие яркие печати на любой поверхности. Всем спасибо, всем пока.